Действительно, очень важно, когда у человека есть крыша над головой, когда есть стены, когда есть родной дом. Теперь у ребят, которые по разным причинам были лишены родительского дома, есть свой кров. В Подмосковье уже несколько лет действует губернаторская программа предоставления квартир детям-сиротам. Власти на местах, воспользовавшись субвенцией, обязаны найти подходящее жилье для ребят. Нам очень приятно участвовать в этом событии, в этом радостном событии для них. Мы знаем, что у них свои планы на свою жизнь. Мы знаем, что они уже устраивают, как они будут эту квартиру обустраивать. Но нам бы хотелось сказать вам, что смотрите, сколько в зале сидит людей. И они все желают вам добра. В этом году в Щелковском районе 19 таких ребят, оказавшись без попечения родителей, получили ключи от нового жилья. Все квартиры с муниципальной отделкой расположены в микрорайонах новостройках Богородский и Солнечная долина. Вот эта программа существует с 2007 года. И с 2007 года по 2015 год в районе приобретено более 60 квартир для ребят. Наш район, Щелковский муниципальный район, входит в пятерку лидеров по Московской области по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот. Новая жизнь, новая квартира. Валерия Бузыкина смотрит фотографии со свадьбы. Всего несколько месяцев назад в жизни девушки произошло знаменательное событие. К замужеству добавилось и получение новой квартиры. Теперь молодая семья вьет гнездышко в 16-м доме микрорайона Богородский. Въехали мы где-то примерно около 2 месяца назад. Нам все здесь очень нравится. С мужем мы здесь очень хорошо обжились. Познакомились с соседями, подружились с ними. Так что все очень хорошо. Для Валерии, чья мама лишена родительских прав, новое жилье стало настоящим подарком. Раньше девушка жила вместе со своим опекуном, бабушкой. Теперь же молодая семья наслаждается самостоятельной жизнью. В новом микрорайоне есть все необходимое – магазины и, что важно для молодой семьи, садики и школа. Я хотела поблагодарить губернатора Московской области и всех людей, которые помогли получить эту квартиру, сбыться моей мечте, чтобы у меня было отдельное свое жилье. Это был прекрасный подарок. Большое им спасибо за это. Всем ребятам подарили необходимые в быту предметы и, конечно, пожелали долгих и счастливых лет, счастья и успехов в новом году и семейного тепла в новых квартирах. Пожелать вашей жизни. Будьте здоровы, будьте целеустремленны, создать вам хорошие семьи, потому что для каждого из вас, помимо нашей общей родины, это будет ваша основа, ваш тыл. Дарья Соснегова, Лилия Тимиева, Игорь Поляков и Сергей Максимов. Телерадиокомпания «Щелково».